Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро и весеннее утро. Несмотря на все, что происходит вокруг нас, мы продолжаем радовать вас своими собственными выпусками и разговорами о важных вещах, важных и не только для меня и для моих гостей, важных, как мне кажется, для всех нас. И это программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко «Жизнь и бизнес, основанные на ценностях». И сегодня моим гостем, моим приятным товарищем по эфиру будет тот самый Харский. Костя, привет. Большое тебе спасибо, что ты откликнулся сразу. И ты знаешь, пару лет назад, когда мы с тобой сидели по этой же студии, я, помнишь, говорил, а может быть, еще как-нибудь сделаем? Да. Да, и уже тогда я знал, что это когда-нибудь наступит. Ну, просто не знал, когда конкретно. Вот, ты знаешь, так интересно, я вот как последнее время начал думать, а что же я могу сделать просто такого вот на своем месте? И я понял, что надо просто делать то, что ты лучше всего делаешь. И я последнее время как-то так подзабыл, знаешь, там иногда что-то уходит, ты там отдаешься больше в коммерцию, а тема-то, которая греет мое сердце, это ценности, управление по ценностям и человек со своими ценностями. И я понял, так, какие люди вокруг меня, да, могут быть мне очень полезны, и, ну, по крайней мере, с теми людьми, которые могут что-то дать людям, что-то дать мне и самим появить возможность что-то рассказать. Я позвонил трем своим знакомым, которые сразу мне написали. Леонид Кроль, Сергей Гевлич, Смыслотека, и тебе. И все сказали, все, да. Все хороши. Да, 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 все окей. С Леонидом мы поговорили, и он так жестко меня так сказал. Ты знаешь, говорит, ценности и поведение, говорит, ну нет прямой связи. Сережа Гевлич сказал, ты знаешь, ценности – это все-таки такая штука, которая позволяет решать очень комплексные, сложные задачи, вне зависимости от того, где ты находишься. Очень хочу спросить тебя, что для тебя, вот если бы кратко так вот, ценности и поведение человека? Ну, кратко не получится. Давай, у нас есть целая программа. Мне потребовалась книжка, чтобы написать. Знаешь, началось с того, что я заинтересовался ценностями, и как человек с высшим образованием, меня в университете научили одному единственному делу. Если ты с чем-то хочешь разобраться, иди в библиотеку. Я пошел в библиотеку, взял все книжки, которые там упоминались, ценности, начал читать. И понял, какой я тупой. Потому что я вообще ничего не понял. Ну, я вообще ничего не понял. Я читаю книжку, буквы знакомые, слова русские. О чем идет речь, вообще не понимаю. Я на секунду добавлю, уважаемые радиослушатели, а вот Константин, ты еще, мягко говоря, еще и психолог. То есть ты получал базовое психологическое образование. И читая про ценности, тебе было непонятно. Я вообще ничего не понял. Вот если бы меня попросили пересказать только что прочитанную страницу, я бы реально мычал. Я понял, что... Ну, одно из двух. Или я какой-то не такой, или написано что-то не то. И будучи где-то глубоко в душе предпринимателем, я понял, что есть ниша для еще одной книги, где будет написано то же самое, только человеческим языком. Понятно. Понятно. Ну, так вот, чтобы... Я любой... очень люблю твою книгу и часто ее перечитываю. Да. И чтобы вот трансформировать свое внутреннее понимание, что такое ценности, и вообще любое свое внутреннее понимание, я использую метафоры. Поэтому о ценностях есть две базовые метафоры. Это метафора фонарика, что человек идет по жизни с фонариком, это ценности его, и эти ценности высвечивают часть мира. И от того, какой у нас фонарик, куда он светит, мы то или иное замечаем. Вот если мы с тобой вдвоем, ну, конечно, ты не лучший партнер для этого. Но, ну, допустим. Я не блондинка, ну, хорошо, некрасивый. Да, вот, ну, нет выбора. Вот идем мы с тобой вдвоем в кино. Это странно. Ну, вот давай так, эксперимент ставим. Хорошо. Идем с тобой вдвоем в кино. Например, на фильм «Дюна». Смотрим один и тот же фильм. Наши кресла рядом. Мы смотрим, все, два там часа просидели, посмотрели, выходим и начинаем обмениваться мнениями. Спорим, что они не совпадут? Конечно. Почему? Мы же смотрели один фильм. Удивительно. Да, но наш фонарик высвечивает только некоторую часть этого фильма. Там потрясающая музыка. Мы выходим, и, например, ты говоришь, ну, что-то звук не очень. Как не очень? Я скажу, отойди от меня, не подходи ко мне больше, не звони, вычеркни мой телефон, потому что это потрясающая музыка. Потрясающий звук. Ты знаешь, у меня, кстати, несколько раз были глаза на мокром месте вот в этом фильме. Чудесный фильм. Я влюбился в Джессику. Ну, по книге я ее, конечно, ну, представлял, но на экране она потрясающая. Пол – это шикарный пол. Ну, как бы кому-то нравится, кому-то не нравится. Я считаю, что
с героями они попали вообще вот все. И этот имперский представитель, не мужчина, а женщина, не белый, а темный. Ну, ок. Ну, пусть ну, место ладно, для пусть, эксперимента. Пусть так, да, в конце концов, цивилизация, эволюция. Так извини, пожалуйста, да. Что я прям передёрну, можно так сказать. Да. Вот ты сказал, в кино мы с тобой сходили. Мы пробыли с тобой там вместе 2 часа. А вот ты знаешь, люди живут вместе по 10 лет да. в браке, да. смотрят на одну и ту же вещь. 15 да. или 10 лет одну и ту же вещь. Да. И одну и ту же вещь 10 лет видят по-разному. Да. И постоянно скандал. Хочешь, я тебе свой самый фейл расскажу? Да. Звонит мне женщина, говорит, Константин, приезжайте к нам, проведите тренинг. Я говорю, хорошо, какой? Он говорит, ну, ваш любимый. Я отправляюсь внутрь себя и решаю, что мой любимый – это ценности. Я приезжаю в этот город, захожу и начинаю вести тренинг по ценностям. Мне в голову не пришло уточнить, какой она имеет в виду. Она сказала, мой любимый. Ну, для тебя любимый процент. Ну да, это как подойти в ресторане к музыканту и сказать, ну, на свой вкус что-то. Сыграть, да. Сыграть Тимурку. Да. Я начинаю вести свой любимый тренинг. Первый перерыв. Ко мне подходит директор по персоналу этой компании и говорит, вот интересно, конечно, у вас не такое начало вот, про ценности, а как вы к мотивации потом перейдете? Я такой, о, мотивация, они заказали тренинг по мотивации. И все же, получается, наши фонарики высвечивают разное. Вообще, да. То есть, от того, что он высвечивает, мы некоторые дороги вообще не видим. Даже мы осознаем, что мы вообще светим? Нет, мы это как вот воздух, мы его не осознаем. Вот представь. Ну, там 3 человека, да, не буду сейчас нас с тобой брать, просто 3 человека идут по улице, вот так улицу прошли от начала до конца. Один говорит, что-то грязно. Второй говорит, ну, там, к чему еще можно придраться? Дома так, красивые. Дома красивые, да. Ты же говорит, темно было. Третий говорит, есть 3 места, где можно открыть кафе. А, да, 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 да. Блин, вот этот третий, он предприниматель. Да, сразу видно. Мы шли по одной улице, а его фонарик высвечивал, где можно заработать. А наши фонарики придирались к грязи, придирались или там радовались архитектуре или еще что-то. Еще, не дай бог, где-то на рекламе там знакомый человек твой. Ты больше вообще ничего не видишь. Кость, можно спрошу? Вот базовая вещь. А что такое ценность? А нет ответа на этот вопрос. В словарях написано «ценности» – это то, что важно. Но это как бы слишком масляное масло. У меня есть способ определить. Каждый может определить, вот, что-то является для него ценностью или нет. Uh-huh. Ну, например, давай я загадаю экология, а ты что-то. Можешь вслух не говорить. Наши зрители тоже могут что-то загадать. Я задам 4 вопроса, и мы будем знать, это ценность или нет ценность. Давай. Я вслух загадываю. Вот я... Хочу проверить, экология для меня ценность. Uh-huh. А я записал то, что я как бы заодно проверим. Да, ты решил, uh-huh. да, что ты будешь тестировать. Первый проверочный вопрос: сколько времени я трачу на это? Uh-huh. Вот я думаю, сколько времени я трачу на это? Ну, какое практическое применение экологии, допустим, раздельный мусор? Ну, бумажный стаканчик выбросил, не куришь, очки, не бросаешь эти бычки куда-нибудь. Я не трачу время на раздельный мусор. Мне стыдно, но я не трачу время на раздельный мусор. Это ужасно. Может быть, ты машину глушишь там? Нет, не глушу машину. Может быть, ты электромашину себе купил? Нет, не купил электромашину. Может быть, ты свет выключаешь там? Я выключаю свет только, когда ложусь спать. Я не трачу время на экологию. Uh-huh. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сколько денег я трачу на экологию? Uh-huh. Ну, я плачу какие-то налоги, но не по своей воле. Но не делаю добровольных взрывов. Донейшены никакие. Гринпис ты не поддерживаешь. Нет. Там, нет. То есть, 2 вопроса у меня минус по uh-huh. обоим вопросам. Третий. Как много я читаю и говорю про идеологию. Про экологию. Экологию. То есть, как насколько я вовлечен в информационные потоки, связанные с экологией. Угу. Извини, не вовлечен. Просто не вовлечен. Третий. Четвертый. Четвертый. Принимая решение, я учитываю интересы экологии. Угу. Ну, например, покупая машину, я думал о экологичности? Не, я думал, достаточно нравится ли она тебе? Достаточно ли она большая? Это все, что меня интересовало. Еще я беспокоился, на парковках я помещусь.
в отрисованные места. Потому что там рисуют по какому-то Kia Mini. Итого, из 4 вопросов 4 минуса. Экология не ценность для меня. Значит, первый вопрос. Сколько я трачу времени своего, сколько я трачу денег, насколько я вовлечен в информационные потоки, и учитываю ли я это при принятии других решений? Угу. 4 нет. Вот ценность – это там, где будет 4 да. 4 да. Я трачу на это время, я трачу на это деньги, я об этом думаю, я об этом говорю, я об этом читаю, и я учитываю это при принятии других решений. Скажи, пожалуйста, вот а человеку важно, ну, надо, нужно, не знаю, какой глагол подобрать, понимать свои ценности? Или можно прожить же всю жизнь и не париться на это? Если можно прожить, то ок. Но некоторые из нас иногда приходят к такой ситуации, когда они для себя решают, так жить нельзя. Угу. И вот это значит, что их текущий набор ценностей не дает им возможности двигаться. Можно я попробую сформулировать небольшой вывод? Правильно ли я тебя понял? Если вдруг я подумал, понял, неважно, в жизни, в работе или где-то еще, я почувствовал неудовлетворение текущей ситуации, это значит, какой-то тот набор ценностей, с которой я ориентировался, привел меня в эту точку. Да, да. Причем я бы еще подверг критике фразу «моя система ценностей». Угу. Я считаю в этой фразе 4 ошибки. Там 3 слова. Моя система ценностей. Но 4 ошибки. Система. Первое. Извини, а с чего ты решил, что она твоя? Угу. Где акт приемки? Ну, да. Где? Когда она стала твоей? И твоя ли вообще? Твоя ли она? Ну, то есть, даже она, если она в тебе, не факт, что она твоя, да? Кто попала? Вот я представляю систему ценностей человека. Это пыльный мешок, и там камни. Ага. И туда камни кидали все подряд. Родители, книги, друзья, личный опыт. Там чугун, книжка, прочитал, и изменилась система ценностей. И туда камень упал. Нам, когда нужно сделать следующий шаг, и в этом смысле ценности, конечно, определяют, какой именно шаг мы сделаем, если мы сомневаемся, если у нас нет инерции, и если нет привычного шага в этой ситуации, то мы забираемся рукой в мешок, достаем камень, и там написано «экономия». И мы такой, с точки зрения экономии надо сделать шаг сюда. Uh-huh. И мы сделали. Почему? Ну, для нас экономия важна. Ну ладно, хорошо. Мы это взяли из своего мешка, оно правда там лежит. Мы обратно кинули этот камень, опять пошли. Если мы каким-то камнем часто пользуемся, он где-то сверху. Но иногда мы ради разнообразия, приезжая в другой город, и думаем, спать лечь или пойти погулять. Пошарахаться. Или в бар. Или в бар. И мы ради разнообразия находим такой камень, что жене лучше не знать, что он такой у нас есть. И мы такой, ну все равно не спится, говорим мы и... Оправдывая себя. Оправдывая, да. Значит, это не наши ценности. Гарантированно. То есть, когда человек осознает, сделает ревизию и поставит подпись, и скажет, вот мои ценности, и я ими буду руководствоваться, а такие прецеденты были в моей практике. Тогда она становится ей. С чего начать? Самый простой пример. Сейчас. Еще два слова. Да. Мои системы. Это не система. Это камни, которые лежат в мешке, они перетряхиваются. Любой кризис, любое событие может перетряхнуть нашу иерархию наших ценностей. Ты едешь куда-то. Ой, я торопился однажды. Это было 1 мая какого-то года. Я торопился на тренинг. И была пробка. И я на своем BMW влез между трамваем и машинами. И я влез так плотно, что думаю, у меня трамвай. Вот в эту секунду ценность лишь бы не задела. Да, да, у меня трамвай, у меня была ценность торопиться, надо успеть на тренинг. И у меня трамвай вот здесь. Я думаю, как близко, боже, как близко. Хоть бы машины первыми поехали. Но нет, первым поехал трамвай. Он был в повороте. И хвост трамвая по пятерке BMW, как даст, я поднялся в воздух, пролетел. А в это время и машины поехали. Пролетел, упал на землю, приземлился и 10 сантиметров прочертил резиной, потому что все было заблокировано. Трамвай уехал. Я вышел, гаишник стоит. Я ему говорю, ты видел? Он говорит, я видел, но трамвай тебя не видел. Я говорю, почему он начал движение? Он говорит, да, спорь сколько хочешь. Я говорю, единственное, что для тебя могу сделать, быстро организовать ребят, которые приедут, зафиксируют. Ну все. Так смотри, у меня была система ценностей успеть на тренинг. Ага. Тут ситуация, трамвай, бабах,
И система ценностей становится другой. Оформить ДТП, там, сходить куда. Посмотреть, не слишком ли много побил бы. Да. То есть все, что угодно, может перетряхнуть эти ценности. И еще вопрос, ценности ли это? Ну, может, это привычки. Может быть, мы привыкли просто думать. А что мы еще можем подменить под слово ценности? Чаще, ну, так, эмоции. Нет. Ну, и с эмоциями мы тоже можем путать ценности, потому что нам, для меня важна любовь. Любовь - это эмоции, это переживания. Мы можем на нее тратить время, деньги, мы можем об этом читать, мы можем ее учитывать в принятии своих решений, тогда она становится ценностями. Ценностью. А так, сама по себе, оторванная от человека, это, конечно, эмоция. Большую часть проблем нам создают привычные действия. Вот мы там решаем, например, там, диета, да? Угу. Но по привычке мы должны вечером съесть порцию плова. У нас просто такая привычка. Ну, такая привычка. И мы ее едим, зная, что это противоречит нашей ценности, нашим целям и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим «моя система ценностей», мы ошибаемся. И лучшее, что человек может сделать, это начать анализировать, чтобы сделать ревизию. Но легко сказать, сложно сделать. Слава богу, я знаю, как это сделать. Угу. Просто понять свои ценности невозможно. Угу. Человек переходит в режим декларирования. Вот, если, ну, социально приемлемо, да, за мир. Что для тебя важно? Для меня важно развитие. Точно. Свобода. А сколько ты времени потратил на развитие? Он говорит, ну, времени у меня на это нет. А сколько денег потратил? Деньги у меня сейчас на другое уходят. Хорошо, ты читаешь про развитие? Он говорит, читал в 93-м году книжку «Как развить себя». Ну, молодец. То есть мы анализировать свою систему ценностей впрямую не можем. Но есть два хитрых способа. Первый хитрый способ – это начать записывать вопросы, которые тебе досаждают. Ну, вопросы. Именно вопросы. Да, ты думаешь, где взять, там, что где взять. Там, что делать? Ну, что делать? Ну, такой вопрос, как бы. Ну, за ним тоже какие-то ценности стоят, но как только человек понимает, каким вопросом он руководствуется, ну, что у него в голове там большую часть времени звучит, за этим стоит какая-то ценность. Там, как сэкономить? А, вот возможно, если. Как заработать? Например. Как заработать, да. Увольняться, не увольняться, увольняться ли? За этим, возможно, какая-то ценность. Может быть, это ценность. Можем там помочь человеку, когда он эти вопросы задает, понять. Да, ну, да, то есть ты там дальше здравый смысл. Если там человек задается каким-то вопросом, дальше просто ты анализируешь, что диктует этот вопрос. Угу, что является первопричиной, да, корневой. Да, откуда он идет. Второй, да, и потом, когда есть список из этих вопросов, ты уже смотришь на это отстраненно, как будто ты консультируешь чужого человека и говоришь, вот этим вопросом не надо задаваться. Угу. Ну, просто ты даже если узнаешь ответ на этот вопрос, ничего не изменится. Угу. Этот вопрос тебя просто загоняет в депрессию. И я настаиваю, чтобы там в самом начале списка появился вопрос, который делает людей предпринимателями. Ничто другое не делает из человека предпринимателя быстрее и круче, чем этот вопрос. Ну, я его уже назвал. Как на этом заработать? Этот вопрос отличает предпринимателя от всех остальных, даже от бизнесмена. Бизнесмен – это человек, который, там, условно говоря, приехал в Москву, увидел, ну, например, кафе, где люди сидят и долго разговаривают, вот такое, мягкие мебели и прочее. Он вернулся к себе в Романовку, в Саратовской области. Же, да. И сделал первое кафе. Это которое на границе с Тамбовской? Да. И сделал себе первое кафе, где люди сидят и просто разговаривают. Следующие 5 лет к нему никто не придет. Угу. Ну, ты офигел, что ли? Ну, да мы такого не видели. Да ты чего? Поставь лавки. Ну, семечки будем грызть. Это нормально. Это вписывается в нашу модель поведения. А что это диван? Угу. Тот человек, который смог повторить чужой бизнес, это бизнесмен. А который придумал изначально, это предприниматель. А человек, который нашел ответ на вопрос, как на этом можно заработать, это предприниматель. Это предприниматель. При этом форма, как он реализовал это, может быть похожа на другой бизнес. Но он его не копировал. Он не пришел, не посмотрел и сказал, я сделаю так же. Не, он просто подумал, что это инструмент для того, чтобы решить ответ на вопрос. Да.
обязательно нужно там какие-то вопросы, связанные с безопасностью. Мы часто их упускаем. Я на одном тренинге, да, когда я сейчас думаю, как сказать вежливо. Ну, представь, идет совет директоров. Зовут Харского, и Харский проявляет ценности присутствующих людей, кроме генерального директора, кроме председателя совета директоров, потому что мы с ним это сделали накануне. Сознательно. Да. Вероятность, что из 11 человек двое-трое будут уволены, больше 50%. Угу. Потому что как только председатель совета директоров или генеральный директор видит, какие у них ценности, у него все находит объяснение. Теперь он понимает, почему он 7 лет не может донести какую-то идею. И ну, такое так часто, что это просто. И значит, в одной компании после такой встречи генеральный всех отпустил. И мне говорит, уволю директора по персоналу и юриста. Я не помню, за что был уволен директор по персоналу. Он был уволен в этот день. А я говорю, а про юриста? Про юриста я помню. Он говорит, ну, он хочет, чтобы я соблюдала закон. Я говорю, ну, это юрист, это нормально. Генеральный директор мне говорит, Костя, у нас такой был формат общения. Говорит, Костя, дорогой, соблюдать закон я могу и без юриста. Мне юрист нужен, чтобы он мне показал, где можно аккуратно пройти. А теперь я понимаю, почему я столько лет... Толчусь на месте. Да, и там юрист был заменен и был уволен. Так вот, однажды, зная, что руководители могут пострадать, как будто другие с улицы будут лучше, я генеральным говорю, давайте менять, не надо увольнять, другие такие же будут. И вот на одном тренинге я думаю, кого не жалко? Ну, этих вроде жалко. А тут еще сидит водитель, который меня привез. Я говорю, иди сюда, какие у тебя ценности? И он называет свои ценности, я сейчас не буду на это тратить время, но там не было ценности безопасности. Я к владельцу поворачиваюсь, говорю, обратно, это было за городом, обратно я с тобой поеду. Где у него безопасность? Он говорит, ну это подразумевается. Не-не-не, ценности должны быть написаны, ну, когда мы их анализируем. Поэтому все, кто нас слушает, на мой взгляд, обязательно нужно ввести в число своих вопросов, это как на этом можно заработать. То есть ты понимаешь, ты идешь с фонариком, и вот он у тебя что-то высвечивает. И тут Харский говорит, а еще задавайся вопросом, как на этом можно заработать. И так, пумпс, и еще 10 градусов сектора фонарика. Добавилось. Да. И ты вдруг видишь, вот здесь можно заработать. И вот здесь можно. Там заработаешь ты, не заработаешь. Но... Сделаешь ли ты усилия или не сделаешь. Но ты увидишь то, мимо чего ты проходил. И это всегда было важно. Сейчас как никогда. Вот этот вопрос, как на этом можно заработать. Некоторые люди... В нашем с тобой преклонном возрасте говорят, я как-нибудь доживу и так. Ну, я же часто общаюсь, я слышу это. Я как-нибудь... Некоторые говорят, не буду покупать себе дорогие часы, жил без них и прожил. Да, да, да. Ну, я тогда говорю, ну, хоть детям сделайте добро. Ну, хоть детям занесите этот вопрос, ну, как да, на этом можно заработать. Меня родители вызвали в 76-м году. 76-й год, не все родились, а я уже в школе учился, в 6-м классе, удобно запоминать. Я приехал с Кавказа с коробкой жевательных конфет Пятигорской фабрики. Это не была жвачка, это были жевательные конфеты. Советский Союз еще не мог делать жвачку, он мог делать конфеты, которые долго жуются, но разжевываются. И я пришел и менял в школе жевательные конфеты на все подряд. Ты был просто, ну, обладал ценностью. Да. И лучшее, что я выменял, это был вымпел Феррари. Черный жеребец на красном вымпеле. Прям вообще. Я не знал тогда, что такое Феррари, но он у меня уже был. Слушай, да. Вернемся чуть-чуть. Давай, моя система ценностей. С этим ясно. Анализировать вопросы. Да. То есть, как бы... И еще один инструмент. Да, второй какой? Правило, которым ты следуешь. Ты должен понять, каким правилам ты следуешь. Например... Там у меня есть правило не опаздывать. Я сильно этим заморочен. Я там планирую, когда выехать, я лучше приеду на полчаса. Я в своей жизни я несколько раз опаздывал. Но все-таки это для меня стресс. Я предпочитаю заранее приехать. Ты начинаешь исследовать, каким правилам ты следуешь. Очень легко это делать, когда ты замечаешь, когда что-то неправильно.
Факт. Да, да, точно. Когда все правильно, ты этого не заметишь. А когда что-то неправильно, там, ты пришел в ресторан, и тебе подают блюдо, и там что-то не так. И ты неправильное замечаешь. Замечаешь, да. Значит, за этим есть какое-то правило. Надо раскопать. Для себя важно, да. И ты понял свою ценность. Окей, два списка. Да, список, да, вопросов, список правил. Что, да, дальше? Как схлопнуть в ценности? Да, а это уже ценности. Ну, то есть, просто надо понять, какое правило, какая ценность стоит за тем или иным правилом. Ну, тоже. Формулировка ценности, существительное, глагол, что это может быть? Возможно, наречие. Как? 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 Там, быстро, как, качественно, свободно. Свободно, да. Но тут все-таки это не эта вещь, ценность, это вещь, которая гораздо раньше в нас и глубже, чем слова. То есть слова не вполне объясняют. Это больше, такое дословесное. Да, дословесное. Больше того, если я тебе скажу, что для меня важно отношение, ты слово «отношение» внутри себя распакуешь, и в этот момент, составляющие. И ты в этот момент обманешься, потому что то, что я запаковывал в отношения, это не то, что ты распаковал из этого слова. Вообще, это, кстати, еще это тема отдельного разговора, деловая коммуникация, запаковка, распаковка. У меня есть мысль, желание написать одну книжку, но лень. И я всем дарю название. Ради бога, напишите кто-нибудь эту книжку. Она могла бы называться «Архиватор головного мозга». Вообще круто. Мы мысль архивируем, передаем ее, он разархивирует и получает другое. И мы такие киваем, да, мы поняли друг друга. Ты смеешься, что ли? Чтобы понять. Ценностный ряд-то разный, да, опять же. Архиватор нужно согласовывать, он должен быть более-менее один. Идем дальше. Получили какие-то ценности. Явно, что они возникают в момент, когда у нас происходит конфликт с ними, да? То есть мы им демонстрируем, нравится, не нравится, вопросы задаю. А как управлять своим поведением? Вот мне очень понравилась начальная метафора, что если я задумался о том, что что-то не так, значит, мой ценностный набор меня привел не туда. Это моя точка А. Во всех классических тренингах личностного роста давайте представим точку Б, куда мы хотим прийти. Давайте. Как быть? Ну, хочу точку Б, что мне делать с моими ценностями? Добавлять новые, доставать старые, перестраивать их? Три способа изменить свою систему ценностей. Поехали. Ни один тебе не понравится, но четвертого я не знаю. Первый называется жуткий личностный кризис. Это когда человек приходит в точку «так жить нельзя», и утром он просыпается каким-то другим. Но каким он проснется, он узнает позже. То есть нельзя взорвать свою систему ценностей вопросом «так жить нельзя» и построить. Можно только взорвать. Ну, то есть, вот, то есть должно произойти что-то очень лично серьезное, да, которое, да, поставит, да, в другие, да, иные, да, до, да, этого, да, ситуации. Да. Я видел, общался с несколькими людьми, которые переходили на темную сторону силы. Ну, вот они там работали, денег нет. И они от отчаяния говорили: буду обманывать людей. Ну, то есть, пойду на ту сторону, буду обманывать, жизнь одна. То есть, это вот ситуация, когда они говорили: так я дальше не могу. Вот один из моих собеседников, я не знаю, в какой стороне он сейчас, он совершил открытие, ну, я не могу сказать, какое, потому что дальше прогуглится очень просто. Но, поверьте, это офигенное открытие. То есть, прорывная какая-то, да, была технология, да, или, да, что-то, да, такое. Да. Но его лаборатория, ну, они на свои деньги покупали пробирки. То есть, нет шансов. Да. И он уходит в бизнес и становится нефтяным королем этого города. Просто он там керосин, бензин, что-то продает, там, бизнес, у него офисы, там, не знаю, там, скольки-то этажные, там, машина какая-то. Он изменился, с его слов, в одну ночь, когда он понял, что он не хочет больше заниматься этой наукой. Он изменил свою систему ценностей, пошел в бизнес и решил, что вот он здесь себя. И он докажет всем остальным, какой он хороший. И когда он доказал, он не до конца разрушил то, что было. Его начало теребить в душе. Что он, открытие это, оно же людям жизнь спасет. И пятое, он тогда. Да. И он стал рушить свой бизнес. Он стал заключать сделки, которые не мог исполнить, платил штрафы. То есть он просто разрушал свой бизнес, как ни один враг не разрушил. И в этот момент мы с ним встретились. Я говорю: да ты что творишь-то? Ну, ты не в курсе, что бизнес можно просто продать?
Или просто пусть он работает, нанять там, да, поставить или управление, или да, корпоративное создать. Да. И он, я не помню, какое решение он принял, но он вернулся в науку, и был однажды репортаж по Первому каналу, где он уже вот со своими пробирками и все, но боюсь, как бы он уже не в Швеции в каком-нибудь был. Ну, то есть легко все проверить, но да. Вот, то есть люди, один человек, тоже не буду называть фамилию, рассказывает его жена, человеку поставили смертельный диагноз. Сказали. Все, личный кризис мощный. Да, 6 месяцев максимум. И он принял решение, что, ну, 6 месяцев ок, но я за эти 6 месяцев заработаю денег, жене сделаю будущее. Он идет в бизнес, зарабатывает денег, выкупает компанию у своего владельца, потому что он там безбашенный, просто он вытворял. Не, понимаешь, он понимал, что ему уже не жить. Ничего не теряет. Их первая квартира была из коммуналки, они переехали в 7-комнатную квартиру на Суворовском проспекте. Его первая машина была 600-й. Да, он, в Питере, да? Да. Он жене купил, вот представление у человека, как обеспечить будущее жене. Он жене купил магазин продуктов и салон красоты. Ну, то есть она всегда будет красивая и сытая. Все. И правильно развелся. Потому что полюбил секретаря. Следующие 3 года он жил, путешествовал по миру. Через 3 года умер от поставленного диагноза со словами «надоело». То есть он, по сути, управлял своей жизнью. Я не могу это объяснить. Но когда ему вдруг стало интересно... Все ушло. Да, он каким-то образом жил. Он там путешествовал, он с молодой женой, с первой женой поддерживал отношения. Ну, он выполнил свою функцию. Окей, второй способ. Личностный кризис, понятно. Не очень приятно. Второй способ – новое социальное окружение. Ну, в одном фильме американском один человек говорит, я до тюрьмы был белым, а сам-то человек не сильно белый. Ну, то есть, если мы... И это, ну, известная история, что ты, если ты хочешь быть бизнесменом, окружи себя бизнесменами. А как же вот эта пирамида Дилтса знаменитая, что окружение на нижних уровнях-то не меняет верхние уровни? Окружение? Это же, получается, окружение, это вот, ну, то база, самые нижние уровни. Да, я понимаю, почему оно не меняет. Меняет? Да, конечно. То есть получается, что... Оно меняет вниз автоматически, но если ты окружаешь себя... Ты начинаешь о чем-то. Тебе окружение в голову заносит вопросы, которые у тебя. То есть, получается, изменив простую вещь, там окружение, ты, получается, получаешь импульсы к изменению уровней, да? Ну, меня пригласили на встречу выпускников MBA. Хотя я не выпускник, мне там предстояло выступать. Такой круглый стол, 6 кресел, табличка Харский. Я сел, сели остальные. И одна из первых тем разговора, все начали доставать визитки. И такие, вице-президент, вице, там, не знаю, генеральный. У меня визитка, ну, у меня с собой нет, у меня на визитке, клянусь, написано одно слово. На визитке, там написано Харский. Да, я помню, там, сколько-то лет назад ты мне давал. Да, там больше ничего, там нет даже имени. Фоточка была. Да. Поэтому я в этой шестерке котировался ниже всех. Ну, ты что, даже не генеральный? Ну да. Нет. Ну, я не стал говорить, что я генеральный. Я думаю, допустим, когда мы обсудили визитки, я думаю, ну дальше секретари должны идти. Ну, а что еще обсуждать? Ну нет, пошли машины. Знаешь, с какого тычка? Один говорит, путешествовал по Европе с женой и на пароме. И там написано, что на паром машина только вот такой длинный, ну там, например, 6 метров. И я думаю, ё-моё, у меня 6,07, ну не пустят на паром. И знаешь, все остальные вот так подняли глаза и стали вспоминать, сколько же у меня машина длиной. Потому что, ну, надо же мериться. Ответить надо. Да. Ну, у меня в тот момент, в моменте был S320 Mercedes, поэтому я был спокоен, неважно, какой он длины, главное, что эска. И вот так ты, а ты представь, если я с ними каждый день. Ну да, ты, получается... Через неделю я делаю визитку. Да, я все-таки пишу, что я генеральный директор. Еще через неделю я все-таки измеряю свою машину рулеткой, специально купил, измерил, не хватает чуть-чуть.
И это начинает досаждать. Вот когда все вокруг об этом говорят, это начинает досаждать. Поэтому от окружения это второй способ. Супер. Угу. Он третий. Очень долгий. Да, третий – долгая, унылая работа над собой. Ох. Это ты берешь. Просветление. Нет, это ты берешь свой список ценностей, и ты начинаешь себя исследовать. Потом ты начинаешь замечать момент выбора. Это вот вторая метафора. Идентифицировать, да? Когда угу. человек перед выбором встает и говорит, и он думает, я прежний в этот момент руководствовался бы экономией. Я будущий в этот момент должен руководствоваться вопросом, как я на этом могу заработать. То есть рискнуть, что-то предпринять. И ты начинаешь делать выборы, не свойственные для себя, прошлого. Знаешь, я интересно такой для себя отметил момент. Иногда, когда ты точно знаешь, что тебе не хочется это делать, а хочется делать как обычно. Вот я иду туда, где не хочется, и происходит что-то новое. Ну, и должно происходить что-то новое, потому что мы там редко бываем, где нам не хочется. Поэтому вот простого способа измениться нет. Но я, конечно, рекомендую долгую, унылую работу над собой. Uh-huh. Потому что это все равно в конечном счете это лучше. И лучше здесь то, что это делается сознательно. И, к счастью, или не знаю, как сказать, все, что мы сейчас говорим про отдельного человека, ровно так же работает для компании. Можно я подведу небольшой итог, промежуточный? Итак, по большому счету, мы можем с тобой вместе смотреть на одну и ту же вещь и видеть по-разному. Причина того, что мы видим по-разному, является наш некий набор ценностей. Наш ли это отдельный вопрос. Этот набор ценностей сформировался за всю нашу жизнь. И иногда мы достаем... Продолжает формировать. И продолжает формировать. Иногда мы достаем то, что у нас лежит на дне, иногда сверху, по привычке, все остальное. Чтобы понять вот, вообще, действительно ли это ценность для тебя, ты предложил 4 вопроса. Сколько времени тратить на это? Сколько денег я на это трачу? Да, вот здесь доллар нарисую. Может, уже даже не будет скоро. Как много я читаю и говорю на эту тему? И принимаю ли я решение, учитывая интересы? Окей, что-то отсортировали. Как попытаться проанализировать, какие, вернее, не какие у тебя ценности, а что в твоем мешке? Давай на так, да? Два вопроса. Фиксировать вопросы, которые ты сам себе задаешь часто в течение дня. Просто хотя бы научиться это делать. Это тоже неплохая, кстати, техника, да? И второе. Идентифицировать правила, когда тебе что-то не нравится, да, или самый просто, или просто правила, когда тебе нравится и не нравится. Просто правила. Просто правила. И тогда появляется, ну, некий, опять же, набор. Уже инструментарий, с которым можно что-то работать. И самое главное, когда люди говорят, моя система ценностей, это совсем не факт, что это его система ценностей. Сейчас хочешь еще, я тут, пока мы далеко. Да. У меня есть одна книжка, я перестарался, я из нее отжал воду, и из всей книжки осталась одна фраза. Теперь я ищу издательство, которое могло бы издать эту книгу. Ну, пока... Ну, с одной фразы? Да, ну, тяжело. Но зато хорошая новость, ее легко пересказать. Поверь, вот ты сейчас услышишь эту фразу, поверь, если туда назад вернуть воды, будет целая книга. И она многим понравится. Фраза такая. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Все, книжка кончилась. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. И если кто-то из нас хочет стать более масштабным, он должен понять, какого масштаба вопросы сейчас. Ну, например, человек, там, начальник отдела продаж, ну, там, да, и он думает, как мне то, как мне это. Это мелко, потому что ты начальник отдела продаж. Начни задаваться вопросами об отделе продаж, о компании, и твой масштаб вырастет. Если ты генеральный директор и думаешь, какую машину мне купить, это довольно мелковато, потому что ты должен думать, какую машину могли бы покупить мои сотрудники по результатам года. Премию, которую я им выплачу. Да, премию. С кем бы еще задружиться, кого бы там купить, как развивать бизнес, где моя ниша. То есть, если ты задаешься вопросами чуть более масштабными, чем твой уровень, ты окружающими воспринимаешься как масштабный человек. И этот масштаб все замечают. Нам не нужно психологическое образование, чтобы заметить масштаб другого. Мы там садимся кофе пить, и мы можем говорить на очень разные темы. И кто-то говорит, вчера на платной парковке оставил машину и тряпочку такую положил, 3 часа бесплатно стоял. И мы думаем, ну понятно. Да, понятно. Заключим с тобой договор, и ты будешь искать возможность там положить тряпочку. Да, а другой, мы там садимся, он говорит, вот там квантовый скачок, квантовая запутанность. Мы думаем, моего масштаба личности не хватает, чтобы тебя понять.
То есть вот, пожалуйста, целую книжку ты узнал от меня. Супер. Вот прям вообще мы можем, я даже попрошу тебя закончить нашу программу этой фразой. И способы. Я говорю, Кость, ну да, дай способы. Да. Ты говоришь, все три способа не очень. Личностный кризис, к сожалению, да. И либо внешний, либо внутренний, новое социальное окружение. Но вот это мне нравится. Вот новое социальное окружение мне нравится. Это 2-3 года. Да, ну и вечная работа над собой. Долгая, унылая работа над собой. Спасибо тебе огромное. Она может быть не такой долгой и не такой унылой, но это уже наш выбор, как мы ее сделаем. Слушай, вот как всегда, каждый раз с тобой вот что-то вроде мы с тобой хихикаем сидим, да, а контент очень глубокий. По крайней мере, ты знаешь, я для себя в очередной раз много понял и понимаю, что тема ценности, она безгранична, она очень важна. Особенно мне понравилась твоя фраза в завершении оставшиеся 5 минут. Давай вот на эту тему буквально. Ты сказал, что... Что характерно для отдельной личности, то в целом для компании. Угу. Как помочь компаниям идентифицировать свои ценности? Очень просто. Я не сказал, что будет легко, но технически очень просто. Руководитель сегодня приглашает к себе своих замов, дает им по листу бумаги и говорит: пишите, какими вопросами вы задаетесь в течение рабочего дня. Но руководитель до этого должен себе дать зарок, что сегодня он никого не уволит. Потому что желание появится тут же. Когда вы увидите, какими вопросами задаются ваши помощники, в этот момент вас настигает откровение, почему все так. К вам приходит начальник отдела продаж и задается вопросом, и пишет, что он там вопрос там, ну, связан, например, там, с рекламой. Это не его вопрос. Или он там задается вопросом, где взять других сотрудников. Иди, что ты сделал? Вот ты задаешься вопросом, где взять сотрудников? Покажи план работ, где ты разместил там вакансии. Или что ты сделал с HR, да, как поговорил. Да, что ты сделал? Потому что задаваться вопросом, как можно работать с этими тупыми сотрудниками, это, ну, бездарно. Ну, и, ну ты, сколько ты будешь им задавать? Год? 7? Ты никуда не сдвинешься. Поэтому... Первое, что надо сделать, дать им этот листок, увидеть глубину проблемы и начать с ними разговаривать. Уволить легко. С улицы вы возьмете точно такого же человека. Да. Абсолютно. Потому что никто, вот ему 50, и никто с ним в этой жизни не говорил про ценности. Вот в таком ключе. Но вот вы взяли там, какого-то, там, не знаю, директора по продажам. Он написал вам какие-то глупые вопросы. Если вы станете его критиковать, он закроется. И никогда больше правду не напишет. Да. А вы начинаете, там, Петрович, а давай подумаем, вот что будет, если ты первым вопросом поставишь вот этот, а вторым вот этот. А вот этот давай вычеркнем. И вы с ним начинаете учиться, как жить, руководствуясь этими вопросами. Его вопросы. Да, да, да. И когда вы продвинули его чуть-чуть в понимании, когда вы увидели, что это работает, вы говорите: Петрович, а сделай это со своими замами. Угу. Там внутри отдела продаж. А они сделают с продавцами. Потому что хорошего продавца от плохого отличает вопросы, которыми он задается. Условно, плохой думает, как мне тебе это впарить, а мы такие опытные, ты попробуй нам впарь. Угу. Нас тренировали все подряд, нам впарить уже не так просто. А другой продавец задается вопросом, как я могу сделать жизнь Харского лучше. Я дам телефон. Если кто-то хочет сделать мою жизнь лучше, я дам телефон, звоните. Спасибо, спасибо. Очень круто. Мы только начали. Да, ну, это повод есть встретиться снова. Последнее. Зачем? Так, давай как, скажем так, не зачем, наверное. Ну вот, ну, мы живем, и все хорошо. И, ну и ладно, есть у меня ценности. И нет у меня личных кризисов, и нового социального окружения не хочу, работать над собой хорошо, не хочу. Но вот если вдруг... Так произойдет, что я постараюсь поменять свои ценности. Что я могу получить в результате? Ради чего? Какая вот эта морковка может появиться у человека, если он задумается и начнет это делать? Обещать ничего нельзя, но я видел ситуации, когда это просто другая жизнь. Ты просто начинаешь жить другой жизнью. И когда я человеку напоминал его прошлое, он говорит: да ладно тебе, гонишь, да не было никогда. Я говорю: да ты на метро ездил. Он говорит: да что ты гонишь? Какое метро? Да, у меня 20 лет там водитель. И я такой думаю: или я забыл? Да нет. Он приходил ко мне, вообще двух слов сказать не мог.
Там, ну, это я, мой самый любимый пример. Я такого продавца потерял однажды. Ольга, ты скажи, когда надо заканчивать, а то я же не остановлюсь. 30 секунд. Ольга пришла ко мне студентом Института культуры, факультет дирижера. Ушла от меня лучшим продавцом, которого я видел в своей жизни. Все, что она сделала, изменило ценности. Это просто другая жизнь. Я не знаю, лучше или хуже. Может быть, она хорошим бы дирижером была. Может, я убил в ней дирижера. Но продавца породил. Я невероятно счастлив. Ну, правда. Спасибо. Ты знаешь, вот, как говорится, масштаб личности, он чувствуется. Да, 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 да. Не знаю, как тебе со мной, но мне с тобой очень интересно. Я вижу, у тебя тут какая-то есть подарочек. Да, для тебя книжка. 10-я на стороне клиента. Друзья. Как ты думаешь, почему усы нарисованы? Котик. Нет. Чтобы никто не нарисовал. Сделать лучше заяц. Да. А другая причина, я хочу, чтобы человек, еще не открыв книгу, знал, что она написана с юмором. С юмором, да. Я могу тебя потом попросить после передачи написать автограф. А пока буквально давай еще посмотрим в камеру 30 секунд. И какой фразой бы ты закончил нашу программу? Это сложно. Человек не проживает ту жизнь, к которой готовился. Человек не проживает ту жизнь, о которой мечтает. Человек не проживает ту жизнь, которую достоин. Человек проживает ту жизнь, на которую решился. Эпиграф книги «Большая перемена». Браво. Спасибо. Спасибо. Друзья мои, это был тот самый Харский, Константин Харский, прекрасный мой товарищ, которым мы созваниваемся, иногда списываемся и много лет уже дружим. И человек, которым всегда можно задать правильный вопрос и получить правильный ответ. Ценности, все-таки они помогают нам прожить ту жизнь, на которой мы можем решиться. С вами был я, Роман Дусенко, и программа «Бизнес-завтрак. Жизнь и бизнес, основанные на ценностях» на радио «Медиаметрикс». Пока. Спасибо. Спасибо.